Всех приветствуем на канал. Сегодня будем готовить рыба дораду. Начнем тогда. Срезаем сверху. Делаем полосками. Так, у нас оба готовы. Так, значит, будем начать. Первым соль. И можно сделать то же самое. Вот все. Поперчим. Тоже хорошенько массируем. После укропчик разделим пополам и наши лимончики. Ну, ничего страшного. Так, две штучки внутри. И сюда же то же самое. Так, остальные наши укропчик тоже сюда. Лимончик, второй лимончик сразу на подброс ставим. Берем сливочное масло и вовнутрь. Тоже сюда. Сверху тоже отдаем. И сюда же то же самое. Включаем нашу духовку. Я ставил на 250 градусов Цельсия будет. И наши в масло подсолнечное. Немножко отдадим сверху. Слегка. И два лимончика сверху. Выжимаем сока. Все, отправляем в духовку на 15 минут. Готовим тарелочки наши. Берем один помидорчик. Отрезаем с двух сторон. То же самое. Делаем вот в таком образом. Так, можно туда оттуда. Наша рыба готова. Как видите, превышу прекрасно. Всем
Приятного аппетита, друзья. Не забывайте, а также подписаться, ставить лайки, комментировать. Давайте попробуем. Бисмилля. Бомба. Вкус бомба. Отлично. Не забываем подписаться, ставить лайки и делиться с друзьями, а также комментировать. До скорой встречи.